Каратисты республики стали лучшими в России. Наша сборная заняла первое общекомандное место на всероссийских соревнованиях. Конкуренция была огромна. В Казань приехали более 1500 спортсменов из 30 регионов России и ближнего зарубежья. Чтобы доказать лидерство, ребятам приходилось выходить на татами до 5 раз за день. На днях они вернулись в Уфу и рассказали о своих победах Алине Таюповой. Пальцы сломал в финале. Но виду не подал и завершил поединок со спортсменом из Казахстана. Радмир завоевал золотую медаль. Но не только этот бой был тяжелым для спортсмена. Я ехал туда встретиться со своим принципиальным соперником, потому что я на прошлых соревнованиях ему проиграл. И как раз у меня получилось, что я с ним встретился в четвертьфинале. И я реванш свой взял. На Кубок Акбарса от республики ездило 65 спортсменов. 10 вернулись с медалями. А Елизавета на этих соревнованиях еще и получила спортивный разряд кандидата в мастера спорта, победив соперниц из Югры. Они достаточно высокого уровня. Они занимают призовые места на главном первенстве страны. И я ожидала, что она дойдет до финала. И мы с ней встретились. Год назад мы с ней уже встречались, я проиграла, и в этот раз у нас был матч-реванш. Про эту победу Елизавета говорит: мы победили вместе, я и тренер. Сейчас ее цель – отобраться на первенство мира. Соревнования пройдут в августе. С момента организации спортивной федерации наши спортсмены в количестве 3 человек выполнили уже на данный момент мастеров спорта. Об этом звании мечтает и Анна Кудрявцева. В конце апреля она уезжает на первенство России. С большей частью соперников Анна встречалась в Казани и сейчас ставит новую цель. Выиграть со счета 8-0 досрочно. Все бои. В будущем, конечно, Анна хочет выступить на Олимпийских играх. Сейчас в сборную России входит 6 спортсменов из Башкортостана. В 2020 году они могут поехать на Олимпиаду в Токио, где карате будет представлено впервые. Не просто попасть на Олимпиаду, но ребята будут стараться. Еще у нас есть 3 года, чтобы войти в основную олимпийскую сборную и поехать на Олимпиаду. Но на пути к этому еще много соревнований и побед. России нет! Еще пока! Команда лучше, чем Уфа! Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ.